Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Германию Sid Meier's Civilization 6, сетевые битвы на восьмерых. ФФАшечка на восьмерых, как мы это нежно называем. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, ну и вот этого я сейчас поведу. К... Утонем? Да. В чем? Ну, подозреваю в океане. Так, а вот где мне тут реально круче всего поставить? Ну, наверное, на побережье надо ставить, а тогда вот эти клетки... Раз, два, три, вот это я захвачу, и тогда можно еще, например... Не знаю, надо ли там ставить еще город будет. Смотри, как у нас континент называется. Вот тут, конечно, куча территорий, в принципе, она даже неплохая, но, наверное, где-то тут еще надо будет ставить город. Понял. Что происходит? Писать тут ГГшек под тобой, елки-палки. Так, давайте... Блин. Ну, лян, наверное, рано, у меня вроде ничего такого тут не будет извергаться, мне даже не стоит, не знаю, давайте Рейну... Давайте Рейну я вот в этот город посажу. Да, конечно. Я вообще не знаю, как на венгры тут нападать, например. А кроме венгров у меня, походу... А можно я холмик один выкуплю? А ну давай, какой решим? А другой ну, я выкуплю. Так. Так, только я надеюсь, что я успею построить, и мы там засосемся условно. Осуждаю. А, я не... Хочу принял. Вот хочу вот это. Окей. Так, центр коммерции здесь, наверное. Видите, плюс 5, а вот кампус плюс 1 реально. То есть не работает. А, да, блин. Венгер. Я хотел посмотреть, у меня на рабочих чего? Стоит? Я нет, не на рабочих. Мне надо поменять. Я исторические хроники открыл. Кто просит? Ты говорит. Так у тебя же вроде есть своя. Каким-то макаром. Мне еще надо. А, Индия хочет религию? Если а разве у тебя работает? Будет работать. Будет работать. Нет. Подожди, это же только у Конга работает, разве нет? Да, работает все у него. Че вы сбиваете с толку, парни? Все работает. Ты просто походи по городам, миссионер. Распространи их один раз. Фига тут уже латники. Ну вот. Блин. Так, давайте поменяем на строителей. Вселенцев я тоже оставлю пока. Да, давайте, наверное, уже на Античную Республику поставим. Люди, а? Так. Да. Против варваров, наверное, я не буду ставить. Наверное, содержание юнитов оставлю. Клетку ниже город поставлю. Хотя можно... Помещался. Давайте ничего плюс 100, давайте корабль построю в том этом. 30 ходов чудеса строит. В смысле 30 ходов? Я первое чудо построил. И почти второе. 30 ходов ты его строил? Ну тогда нам надо. Нет, я Я тоже. Ой, елки-палки. Потому что понимаешь, я там хотел построить чудо, а ты взял и так город поставил. Интересно. Да я тут хотел производство хотя бы хоть какое-то поставить. Так ты бы поставил ниже, вот на слонов туда, там нормально было бы. А так ты вылепил город, что вот у меня, ну, первый радиус твой практически. Так, сюда ставлю. Блин, тут, конечно, все затапливать будет. Очень неприятненько. Я что-то смотрю, короче, на мои пустые веры, на всех клетках пойма, и понимаю, что вообще как бы веселое местечко я выбрал. Судя по количеству разливов за это время. Ну, так отлично, все улучшается, у тебя все клетки крутые. Знаешь, тут один минус, что тут ни одного люкса нет, и я просто как бы город куда расти. Р-
развлекаловку уже нашел. Блин, еще тут мне надо ставить город 100%. И где-то все-таки, наверное... Ну, то есть, смотрите, у меня уже 5 городов, да? Шестой будет у Эйя Фьядла Кудля. Седьмой здесь. Вот непонятно, на самом деле, где еще. Ну, мне предлагают здесь, но это, блин, территория Венгра. А с другой стороны, почему нет? Да, блин. Не дадут пройти. Ну ладно, хай. Хай его убивают. Типа, в кавычках. На самом деле его не убьют, конечно же. Ладно, давайте я вылечу дуболома этого. Может, даже мечника сделаю и пойду разбираться. Пока галеру. Не то чтобы мне тут монумент был срочно нужен. Так, Занзибар у меня перекупает. Но мне, естественно, надо держать. Он мне много счастья дает. Ну. Я перекупил его или нет? Вроде да. И, наверное, оборонительную тактику. Вряд ли мне тут кто-то войну объявит. Блин, куда у меня поставлено? Смотрите, какие тут горы. То есть, вот тут просто, смотрите, все закрыто. И ко мне никто не может сюда пройти. То есть, это вся моя территория. Даже Занзибар могу захватить. Но, блин, он реально хорошие бонусы дает для того, чтобы его захватывать. И у меня получается... мое вот это... способность плюс 7 против городов-государств в этой игре, походу, не будет работать. Просто потому что крутой город. А кто Занзибар туда кинул, интересно? Грей. Может, все-таки под вулканом не идти? Может, так... обходить. Так, а давайте-ка я апну в лучника. А чё, ульм не растет, извините. Не понял. Кто-нибудь будет какой-то союзы? Глюк. Я буду без союзов. Я без союзов в этой игре буду играть. Вообще? Не буду даже выходить в них, не хочу. Все. Понятно. Это как? Ну, как-то так вот, да. А можешь объяснить, с чем вызван такой посыл? Чё-то накатило. Венгар, ты дружбу принимаешь? Судостроение. Торговый открой, путь. Так, посмотри. Судостроение. Это две галеры, в принципе, можно будет. Так, это мы пока уберем. Два морских ресурса. Блин, тоже хотелось бы обработать. Так, а где нам кампуса ставить вообще? Что-то я даже не использую эту способность. Плюс 2, да. Тут, конечно, есть проблемки и с кампусами. Не особо много у меня тут религии будет. Потому что ромашку надо именно с центрами коммерции ставить. Чтобы они соседствовали. Так, тут мы пойдем вырубать болото вот сюда. Франкфурта вот здесь мы поставим центр коммерции. А, все-таки будем тут кампуса ставить. Получается так. Вообще, конечно, за Германию лучше ромашку на 3 города делать, но у меня тут не получается.
Так, возможно, все, имело смысл. Карту. Оказывается, мой торговый партнер — это Алексей в этой игре. Ха! Нет тут больше никого, кроме тебя, вообще. Даже не знаю. Чё дашь? Помягче отказать, да? Чем? Пока можно на краски поменяться. А так караваны в будущем. А краски у тебя тоже есть. Тогда только караваны. Так, наверное, всё-таки Вахин переключу. Караваны морские, хорошие, выгодные. А Вахине давайте пока посела. Как ты распирал-то? Ну, так, торговля должна процветать. Каюка построил лучника, смотрите, все разошлись куда-то. Корабли. Только все стали рядом с городом, как только построен. Я буду тут присоединять этим торговцам просто вот клетки Эйев, Ядла, Якудля и все. Так что я просто его тут подержу. Больше торговых путей. Навигацию по звездам, наверное, отложим. Я все-таки надеюсь... Ну, я могу два обработать. Правда, хрен знает, когда это будет. С другой стороны. И могу ли я тут что-то открывать, кроме этих технологий? Судостроение еще могу. Блин, стены, наверное, надо. Кстати, вопрос. А если, допустим, у меня... Где-то. В городе в Ульме, например. Религия взята на то, чтобы можно было в этой вере покупать... кампуса здания. Я же смогу купить, если я принесу. О, религию, плюс один сетчатки. Торговый путь. Зашибись. Да. Не обязательно иметь религию, чтобы купить. Точнее, священку я имею в виду. Блин, квадрирема, это надо отойти, чтобы он меня не обстреливал. Так, этим рабочим тут для ромашки. Ну, еще надо будет удалить камень и эту, но у нас пока нету промышленных зон. Поэтому, в общем-то, и не надо ничего удалять. Не, вот так пойдем. Алексей, раз мы дружим, дай на один ход, пожалуйста, скромный. 15 отдашь. 15 за один ход? Ну, извините. Хорошо, хорошо, господи. Господи, захваченный рабочий. Это быстрые микрокредиты. Они вообще вот... это по-другому называется, понимаешь? Жлобство? Ну, нет, по-другому. Чего? Ауч. Ладно, стану в защиту. Боже, тут, конечно, у венгра слева мест ставь не хочу. Да. Но это он... как раз между мной и им. Тут точно. Да. При этом он возмущается. Хочешь, я могу тебе что-то с тобой чем-то поделиться, если хочешь, немец. Я буду только рад, если вместо японца ты со мной будешь соседничать. Так я и соседничаю с тобой так. Нет, но если ты там пойдешь там левее и доползешь до японца, я буду только рад, если не мои города, а твои города будут с ними. Так, Рейна. Еще подумаем, куда Магнуса. Может, в Ульм? А, блин, я уже Рейну сюда посадил. Сосорю, где мне еще что-нибудь удалять, а вот не... Ну, хотя во Франкфурте можно вот эти, да? Давайте, наверное, Магнуса во Франкфурт. А что будет давать эта фигня? Плюс 25% золота. Ну, я это и в Трире могу сделать. А тут еще можно накрасить. Нет, давайте пока так. Корпорацию надо, наверное, в Трире сделать. Да, блин, вы прикалываетесь. Леш, посмотри, там сделал. Занзибар прикалывается, просто не дает управлять караваны.
Право прохода. Так, у меня, кстати, еще серебро есть на торговлю, кому надо. Блин, навигацию по звездам так открыл. Ну ладно. И оборонительную тактику так открыл. Так, тут можно, по-моему, на стены поставить. Блин, ну я, короче, не успеваю реально поставить из-за ваших лагов. Я тоже прошу увеличить таймер. Я вот сейчас услышал только первых два тика, и все, и у меня дальше лаг был, и все. И конец хода. Это динамический таймер стоит. Сколько вам поставить? Ну, поставьте 3 минуты. Плюс 10, там, 15 секунд, давай. Плюс, о, обращает союзников всех варваров на соседних клетках. Вот это, кстати, ты вот видишь, сюда, вот. Сейчас? Плюс к этому добавь 15. Офигительно. А то они тебя сильно спасут. Фига ты уже берему где-то... выцегонил. Да, у меня японские беремы просто 50 мощи как бы плавают. Так это я вовремя дружбу принял, получается, да? Так я не планировал. Я вот смотрю, единственный город, куда можно караван отправить. Больше нету. Мали, прими, пожалуйста. Нет, там сейчас еще будет один, чуть ниже. Так тем лучше. Так, а мне нужно вообще защищать чем-то этого пусела-то. Я вот так отправил вообще, давайте вот так пока. Я поставил на стены. Надо стены сделать. Как минимум одни. Да-да-да, где это? Так. Ну, например, поселенцев все пока. Соседство кампуса не надо. Ну, давайте караван, наверное, пока так. Поставлю. Дима, смотри. Так. Не, я сразу понял, что дамбу сюда ставить не буду, но дамба твоя хорошо стоит, я согласен. Она и тебе, и мне. Я только за. Дальше. Морская традиция, игры, развлечения, теология. Вот, теологию можно сказать, потому что я религию точно не открою. Дамба бафает, Промки? Да. Да. А, ну, вот как раз тебе хорошо будет. Дед, а вот это пространство справа от городов наших, между ГГшками, мы его как разделим? Просто, чтобы засвечивать, чтобы не появились варвары. Так, ну, рынок. Вообще, я бы тут, наверное, купил рабочего и сделал действительно производство на... Ой, блин, и торговец еще доступен, блин. Давайте, наверное, сначала торговца. Отсюда даже вот прямо из Трира отправлю в Ахен. Там еще соточку. Ну, у меня буквально два хода на рабочего. Буквально два хода. Блин, я бы вот эту клетку еще выкупил. Как что-то как-то влияние негры... А, 6 ходов обращения. Отлично. Венгр, мне только вопрос. Надеюсь, ты не планируешь крестовый поход брать? А, все, ты уже не планируешь, по-моему, взял... Та за шо? Вы обратили внимание, что уже крестовый поход взять так, на всякий пожарный? Да. Чтобы ты понимал, у меня тут ближайший сосед, клетка, наверное, в 40, так что я его... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Катастрофическое. Вот поэтому я и не хотел рядом с ним ходить, но зато улучшено 7 клеток. Спланируешь? Кайф? Ну, нет. Дальше не будет, пока нет. Так. Ну, и не пока. Я, наверное, выкуплю эту и эту клетку, и, соответственно... Ну, я тебя понял. Марклициний... Так, раз, два, три. Вот эти я не достаю. А, так можно, подождите, можно одну только вот эту выкупить. У меня три заряда будет, потом эту выкуплю, эту великим человеком. Ну, ладно. О, ты, кстати, красиво сделал. Да, да. Она на другом материке. Уровень.
Ты про главное, чтобы клетки второго радиуса не выкупили. Ты это специально сделал, ты на рандом пихнул? Нет, у меня просто и так перебор по очкам, я не собирался на другое ставить. Блин, подождите, нафига я тогда, мне, наверное, этим... Блин, ну там латники. Латники шмычканут просто. Так, тут твой скаут у Ахина мешается. Ну вот, он уже походил. Так хочется верить, что с Лешей у нас союзы надолго. Не так страшно то, что он не хочет ни с кем дружить. Просто людей ненавижу. Вообще, давайте проверим, ну, что у нас тут по городам. Вообще, мне надо бы районы, конечно, ставить. Это Мали или... А, дедушка. Дедушка. Так, вот тут нету роста. Наверное, и нету смысла. Давайте лучше производство поставим. И тут чисто производство. Так, математику можно отложить. Стены следующим ходом. Еще две галеры надо будет. Я тогда уберу как раз через два хода теология, уберу карточку на стены, поставлю карточку опять на галеры. В Берлине еще одну галеру сделаем. Мне кажется, что я бы хотел, чтобы здесь ГГшка появилась. Я вот не вижу здесь... Не вижу я здесь свой город. Тут, конечно, много ресурсов. Ну, блин, тундра... В тундре, по-хорошему, вот только этот город нормально будет стоять. Блин, вот тут, мне кажется, тоже где-то надо все-таки город поставить. Причем даже не на реке, скорее всего, вот именно что здесь. Так, монумент. Вот эту выкупаем клетку, а вот эту... Марком Литинием Красом. Потом пойду, видите, у меня еще два заряда. Потом пойду просто там. Сейчас зашибись. Кёльн, конечно, шикарный. Так, пошли вниз тут. Так, ну я могу вообще латника прямо сейчас получить. Может так и сделать. Я, конечно, мог бы там больше получить, но тут очень сложно проходить. Давайте, наверное, так и сделаю. Просто это использование или железо не будет мне сейчас засчитано. Так, рядом с чудом Кстати, поставил. Я... Что? Красотой выносливости. Железо, да. Смотри, получил за железо. Ну, я попросил ляпнуть город так, чтобы я смог забрать хлопок. Ты ставишь метку так, что я его никак не забираю. Почему не заберешь? Потому что... Ну, выкупи клетку. Так, давайте-ка в триле на всякий случай эту клетку выкуплю все-таки. И ты еще получишь на плюс 3 кампу. Тебя рабочего хотел купить, ну ладно. Чем тебе плохо этот город? И он с твоим хорошо соседствует. И там еще и гавань получается на плюс 3, а то еще и на плюс 4, как, смотря как застакаешь. За торговые купола, Венеция. Слушай, ну у тебя ж такие караваны на плюс 14 из-за Венеции, очевидно. А, там Иван вообще перекупил не, уже. Не. Ну, у меня, да, есть ГГшка на караваны, которые чуть лучше делают. Самарканд? Да. По-моему, он делает лучше. У тебя купола надо поставить. Там купола. Купола. А, да, это еще надо. То есть тогда нет, тогда это базовый. Вань, пусти, я тут дальше пройду. Так, какого мы следующего берем? Ну, я ну, мне надо брать просто этих... Губеров всех. Наверное, Лян в Берлин посажу, потому что она там явно лучше, чем в этом городе будет. Тут больше можно аквакультуры. Ну, если кто-то готов, то Вегар сейчас выйдет в союз. Да просто все сказали, что не хотят. Точнее, Леша сказал, другие молчат, поэтому я не стал. А я не знаю, где союзы. За теологией? А где теология?
А, значит, не за ним. Ты не туда идешь, да? Скажи, где теология? А, тьфу, теологии я спутал за с этим. С теократией? Да, с теократией. Да, за теологией, правильно. Так, когда там было 6 ходов написано? Ну, Трир уже скоро дол. Я думаю, Трир, когда до 5 вырастет, будет православным. Ну, в Трире, кстати, можно священное место поставить. Но у него нормальная религия. Вот эта культура от храмов и святилищ, это неплохо. Конечно, понимаешь, ему науку буду давать, но... Чем-то же надо жертвовать. Так, есть Полину, стены. Что, договорились? Да ставь что-то. Значит, тут ставим... тут... Лян в Берлин. А ты, кстати, куда хочешь на побережье поставить? Латника видишь, где стоит? Да, да, вижу. Окей. Так, а ты куда? Не понял. На клетку ниже. Ну вот, которая слева от вина. Прям вот так? Что-то мало вообще клеток будет тут. А там за горами еще клетки есть. Так, первого посла давайте поставим. Строительство галер. Строителей, да, наверное, пока оставлю. Я и в Самарканд, и в Венецию по одному послу. Ну и Самарканд... Третьего, наверное. Дальше. Ну вот же, за теологией. Кто-то даст 20 золота? Кому? Мне. Да, можно дать. Давай. Причем, скорее всего, этих ребят кто-то, скорее всего, даже Грей либо Венгер встретил, у них там будет. Но я все равно хочу там ГГшку. Давай, через ходов 8. Хорошо. Алексей, а вот слева внизу под ульбом я же смогу спокойно на озере ставить? Под ульбом? Ты какое именно озеро? Если Кимза имеешь в виду, то я хотел там поставить. Да, Кимза. Ты там не... Ну, ты, конечно, можешь там поставить, но я уверен, что там будут у тебя проблемы с лояльностью, потому что у меня и слева... У меня лишь минус 10 показывает лояльность. У меня сейчас там еще город станет левее. Левее еще станет город. И вообще я тут хотел ставить, вот на озере. А где именно ты хотел ставить? Ну, просто на одной из двух клеток озера ниже вот этих двух. То есть уже после озера, через озеро, да? Ну да. Просто там ниже видишь все места без воды. Нету времени подумать, где мне центр коммерции. Мне кажется, мне нужно было где-то здесь ставить центр коммерции, чтобы сосед... Вот тут где-то ставится явно промышленная зона офигительная. А, слушайте, я могу, ну, может быть, сюда. А правда без акведука, но возможно сюда поставится. Так, давайте в Берлине галеру. Кайф. Кёльн хорош, конечно, несмотря на то, что это тундра, но он будет хорош. Так, ну мне надо, видимо, в ученичество прямой наводкой бежать, а это
Судостроение, строительство, машиностроение. Так, я, во-первых, могу караван, наверное... Блин, из Берлина или из Ульма? Наверное, из Ульма давайте. Куплю караван. Да, наверное, сюда поведу. Так, железо я уже использовал. Это я не получу очки. За что я могу получить очки? О, за велико... О, слушайте, я бы почитал проект вот на эту фигню. Торговый путь дополнительный. Все-таки дополнительный торговый путь. Так, зал для приемов. Да, я бы здесь все-таки поставил город. Блин, сломали вино. Так, вот в Франкфурте можно на рост ставить. В Трире священное место надо будет ставить. Блин, вообще пока непонятно... Ну, тут понятно, на самом деле, здесь будет у нас здесь и здесь промышленные зоны, это прям очевидно. И, скорее всего, получится нам здесь вот так два кампуса поставить, в Ахене и Франкфурте. Хотя, слушайте, тут еще промышленная зона вот сюда. Слушай, ну, блин, все равно этот камень нам придется убирать. Короче, мы откроем сначала промышленную зону, поставим, все равно... Не понимаю. Тут-то, вот тут в Ахене промышленная зона точно здесь. Тут как бы особо вариантов-то и нету. Блин, Грей, тут тебе еще и ГГшку подфартило. Это было удобно, да, я вот смотрю тогда. Хорошо. Это мы будем охранять. Прикол, прикол, что у меня там два посла почему-то. Да, странно, кстати. Нет, не странно, почему? Это у меня стоит карточка на первого посла. Я как, она как появилась, я сразу типа... Да, понятно. Удобно тоже. Ну, получается, одну сильную гешку тебе, одну мне. Нет, слушай, давай ты все-таки околнуть не будешь союзить. Мне кажется, это жирно тебе будет. Это точно буду. У меня одни морские клетки как-то. Так, из Ульма в Ахен. Судостроение пока откладываем. Ну, надо ведь мы строительство. Я не знаю, когда я водяную мельницу соберусь тут строить. Есть рынок. Давайте, наверное, священное место здесь бахнем. Я думаю, что... Уже скоро должен... Да, блин, я думал в 5 гр... Чё так он не обращает? Но я думаю, да должен обратиться, я тогда буду отсюда. Обращать в религию себя. Франкфурт. 5. Так, Ахен два хода должен вырасти. Вот 10 жителей будет. Ну, наверное, экономический с японцем, культурный с венгром. Как-то так. Так. Хайдельберг. Хайдельберг. Так, ну... Я веду Ганнибал Барк, он на самом деле на латника не должен действовать. Смотри, я там дружбу кинул. Ну я вот тут скорее хочу я город считаю, еще поставить, и в общем-то все. Будет слишком выгодно, чтобы так, пропускать такое. Так, 4 хода, и мне не хватает 2 очков буквально.
То есть, например, торговца. Так, давайте я здесь инвестиции в центр коммерции сделаю. И возьмем Виктора в Трир. По-хорошему, конечно, Вульм надо, но я сначала хочу, чтобы Рейна как можно больше клеток присоединила. Ну, вообще, я в союзы вышел, честно говоря. Что-то там Венгер больше всех кричал, а сам не в союзах. Я сказал, я не пошел в союзы, потому что ты сказал, что ты не будешь союзить. Поэтому, а зачем? Поверил. Ну вот. Поверил. Господи, Леша, у тебя там столько лодок, что весь мой японский флот не может их убить. Да, ну я хочу, чтобы там этот вот морской призрак превратился в ГГшку. Поэтому и не зачищаю. Так что можешь не убивать, он превратится в ГГшку и появится. Не, я лагерь-то не буду. А, ну да, в общем-то. Главное, чтобы они караваны не грабили меня. Я не знаю, твои-то еще не ходят, наверное. А что за промышленное производство на благовонии? Ты можешь посмотреть, написав на монополии. Я что-то не нашел, вот как раз спрашиваю. Мне кажется, плюс 25% веры, у меня такое что-то предположение. Промышленность благовония, да? Наверное. Так, давайте я строителя тут куплю. Вспомнил, что я хотел промышленное производство на серебре поставить. Че, дед, говоришь? Блин, сюда еще надо. Короче, надо все-таки еще два города. Ладан, сюда, да? И сюда. Плюс 25 веры, да. Это я ищу благовоний, их нет, но есть какой-то ладан. Сильно подозрение. Какой-то ладан. Видно, человек в церковь не ходит. Наверное, Бен Ладен. Скорее всего, да. Может, и он. А что осуждать-то? Два населения, но зато 4 урожайности у клеток повышено. Но два населения в Кёльне, конечно, тоже не очень приятно. Ну. Нифига, Скиф, а что тут твой поселок делает? Я ж сказал, я снизу его, а ты сверху. Странно. Я не буду выкупать эти две клетки, они мне не нужны. А, средневековье. Слушайте, да, да, сработал. Ну вот я в золотом веке. Жалко, да, все-таки работает он на латника. Его. Прикол. Ну ты приколист, конечно. Тогда поддержим. Судостроение. В самом начале мы же говорили, что... Поехали в ученичество, блин, мне еще нужен... Куда? Так, а ты сверху, как бы... Ну, мне этот... Блин, я все-таки не успеваю, да? Пустыни-то нету, но... Там и Мали читает, кстати, начитал, потому что у меня было меньше. Ладно, давайте тогда лучника построю пока. Игры развлечения давайте откроем. Там надо убрать карточку на строительство галер. И тут надо апнуть. Подождите. А, не надо апать. Тогда карточку на поселенцев еще поставим. Торговый купол. Я что, стал союзником Самарканда? Вау. Так, а торговый купол что делает вообще? Не, ну я тут хочу... Давайте я вот так пойду. Просто плюс 3 золота. Ну... Не, ладно, не хочу. Или поставить. Блин, я бы его здесь поставил, ладно. Не хочу на холме ставить просто. Так, Камацу. Так, может выкупить... Так, сейчас Лян тут сядет, можно рабочего купить и поехать этим рабочим обрабатывать. Кстати, а здесь... Вот здесь кампус на плюс 4. Так. Ну и гавань я, естественно, не в эту сторону буду ставить, а сюда. Потому что здесь, видите, риф, а надо все-таки с центром города рядом ставить гавань.
Блин, мне еще тут рабочих надо делать. Столько всего надо. Тридцать семь, тридцать восемь. Ну, культура у меня должна быть вот от венгра пойдет. Он, конечно, я, конечно, удивлен. У него... А, у него Дебрецен не обращен. Блин, венгр, я не пойму, Анна, что ты вот веру тратишь? У тебя в твоей религии только твоя столица уже миллион. Я думаю, что это мои города не обращаются? А венгр вообще не обратил. То есть ты построил священки, у тебя там храмы уже стоят. Храмы, но они тебе культуру не дают. Куда, вот куда ты веру тратишь, мне просто интересно. А поисков у него сколько? А он еще не... Ну... Он не может еще за веру покупать войска. Ребят, меня спрашивали, а ты мне тут звонили? Да, да. И что спрашивали? Куда ты веру тратишь? На рабочих и поселенцев. У тебя ни один город не обращен в свою веру, кроме столицы. Ёлки-палки, спасибо, при этом у тебя там стоят священные места. Я, блин, просмотрел это. Я думал, они автоматом должны обратиться. Ёлки-палки, спасибо, что сказал. Нет, я слушаю, мало надо. Я просто сижу, сам думаю, почему мои города не обращаются, а вот венгр нифига не сделал. Сейчас миссионеры, сейчас не, Майлов, я согласен. Притом ты столько... Я еще смотрю, и по культуре он никуда не... У него взял верование на культуру, да, и он сидит без ничего просто там. Блин, тут рабочего надо купить. Так... Покупаем тут рабочего. Здесь может вы... Не, ну японец вряд ли будет там выкупать у меня что-то. Так, так, лучника, машиностроение ускорим, игры и развлечения открываем. Так, Грей, а у тебя когда союз? Последний ход. Экономический, да? Венгр, ну, культурный. Учитывая количество денег, мы можем любой заключить. Экономически нам не очень нужен, на самом деле. Хотя, если ты культурный с венгром заключишь, то, наверное, да, научный. Не очень. Ну а нафига нам культурный? У нас тут с венгром границы. Да мне ради караванов чисто. Понятно, что остальные бонусы не очень актуальны. Блин, поразительно. Я просто сейчас вот увидел, что реально человек... Чуть ли не первым, ну не первым, конечно, последним, наверное, просто взял веру, но он не тратит, он тратит религию на покупку. Ему одного миссионера было достаточно, и все. Просто одного. При этом, вот, например, вот на этот город, вы же понимаете, что тут много культуры. То есть тут уже храм даже построен. То есть святилище и храм, это 6 культуры, получалось бы, ему давало вход. У меня даже больше культуры, чем у него сейчас, хотя у меня вообще ничего на культуру нету. Кроме пингалы, прокачанного на культуру. Блин, Мачу-Пикчу еще у венгра. Ну, Мачу-Пикчу, конечно, вот красиво. Ну, там в горах, так что неплохо. А вы знали, что если вулкан попадает в клетки города, но, короче, не в упор стоит, то все равно население умирает? Ну, там от вулкана, там зависит самое от... Самое главное, чтобы клетки обрабатывались городом. Да, там зависит еще и от силы этого извержения. Ну да, вообще, по-моему, основное главное, чтобы там, вот на те клетки, которые повреждены, чтобы у тебя там стоял житель, который, собственно, и умирает. Да, по всему, да. Так, машиностроение ускорили. Был у меня друг и не стало. Дима, это сейчас я не про тебя, это я про жителя. Так, Франкфурт отбегал.
Наверное, тогда давайте из Берлина. Никогда не знаю. Алексей, так я пока не готов, что кидать караваны. У меня сверху просто тоже отдельный этот участок, так сказать. Да почему научный, культурный? Культурный? Ты уверен? Да. Ну, чтобы мы не влияли друг на друга. А мы влияем? Ну, сейчас да, нет, научный, дальше может быть. Венгер тоже, посмотри. Нет, я культурный. А это за гильдиями, да, союза? За теологией. Слушай, Индия, давай с тобой научный. Со мной? Думал, экономически со мной нет. Ну, мне нужна наука, у меня ее маловато. Ты сейчас серьезно? Давай научный человек. Так, рынок во Франкфурте. Рынок по науке маловато. Ну я уже добью, ладно, тут идет этот инвестиции в центр. Или... Да, пускай идет. Так, что мы тут сменяем на галеры и первый посол? Может, первый посол еще я куда-то могу отправить? А, у меня нету послов вообще. Два влияния. Скиф, а что ты вправо не ушел? У тебя справа миллион места. Вассалы. Я сначала хотел к тебе. Ну, юнит я не собираюсь строить. Справа-то никого особо опасно. Может, ветеранство поставить на гавани? Потому что это на гавани влияет. Я только один город поставил. Так я же не вижу, что слева сверху там Венгер был изначально. Так, ладно, я тут караван следующим ходом. Я никуда, я даже метку свою убрал, которая там еще была. Я не пойду, зачем? Вообще надо бы компуса в следующую эпоху. А кто говорит? Мали. Слон. Мали? Где же я тебя подселяю, Мали? Нанимаем. Ну, это тоже хороший, в принципе. Да и этот хороший. Посла лишнего даст. Ой, Грей, ну зачем ты туда пошел? Хожу. Дима, дружба. Да. Ты помешал мне. Так, разогнать аванпост, нет, кстати. Я специально делегацию отправил, хотел дружбу нажать. Так ты ж нажал. Слушай, Грей, ну... Иван, вообще, я тут пришел, вот этот аванпост. Я могу тебе деньги отдать, если хочешь. Но аванпост мне надо забрать. Хочешь, забирай. Окей, я все. Я пришел, потому что он ходит тут. И пердит, я понял. Я сейчас следующим ходом убиваю. Вообще с тобой где встретились, Венгр? Сейчас скажу, где. Ну вот это как он, около Кангабы. Встреча при Кангабе. Так, три хода до ученичества. Да? Так, да, давайте строителя или торговца. Ладно. Я так жил. А кто, кстати, хотел шоколадные холмы забрать? Я хотел. Что-то ты далеко, Макс, совсем. Угу. Святилище нормально, надо, чтобы разнести веру. Я думал, не ну, я лучше шоколад. Дрофли, что ли? А что он нашел, это не секрет? Я по профессии шоколаде. О-о-о! Так, мы знаем, кто, у кого просить. Скажи, слушай, а я вот слышал миф такой, что когда много ешь сладкого, попа слипается. Это миф или реально бывает? Сам видел. Сам видел, даже тебе показывают такое, ну. Да. Леша, хочешь историю, от чего может реально слипнуться? Ну давай. Удиви. А, ну, так как я радиотехник по первому образованию, вот мне преподаватель рассказывал, у них случай на заводе был. Они, получается, остатки канифолий и прочих смол, они спиртом очищали. А у них там был такой чувачок попоится. Вот этот, короче, он спирт допивал. Несмотря на то, что там были остатки всех этих смол. Ну и в один прекрасный момент у него просто там то, откуда он должен писать, у него все слиплось. И ему пришлось хирургически эти все эти, короче, прочищать. Каналы прочищать, жесть. Да. Медики на эту тему еще и шутят, это жут. В общем, не пейте канифоль, это как бы здоровью не помогает. А зачем он канифоль пил? Я что-то это пропустил. Там, ну, ее типа в спиртах растворяли, когда там остатки убирали с платы со всего прочего. Бухал он ей. А он этот спирт подпивал.
На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.